Здравствуйте, с вами Наташа. Сейчас хочу поделиться с вами, как я сажаю свои помидоры. Мой способ. Вот такая у меня грядочка. Через сетку показывать не буду. На два рядочка. Вот один рядочек и второй рядочек. А здесь получается роспушка. Проходики. Вот, чтобы можно было и с этой стороны обойти, обработать, что нам надо подвязать, помидорки собрать, и с этой. Чтобы между рядами не топтаться. Так, вот я, получается, ямочки сделала. У меня здесь 7 ямочек. Положила сразу рассаду, чтобы мне не бегать за каждой. И покажу, что буду делать дальше. Вот у нас ямка. Лейка с водой. И льем сюда, в эту ямочку, воду. Налили. И делаем чем поглубже ямку в этой воде, чтобы такая кашка была. И копаем поглубже, поглубже, так как у нас рассада большая. Чем больше мы ее заглубим, тем лучше будет корневая система. Все. И вот туда вот, поглубже засадили. И вот так прижимаем. Вот она у нас стоит, не падает. Сейчас у нас вечер. Сажать лучше, как сегодня, после дождика, вечером, ночью. Ничего с ней не станет, будет прохладно. И на завтра будет все хорошо, супер. Вот так, следующую луночку. Опять льем водичку. Так. И поглубже делаем дырочку. Ямку. Вот. Потом так берем. Вот так прижимаем хорошенько и делаем такую ямочку, чтобы нам поливать потом. Ну все, так сейчас я посажу.